Швейцарский инженер Фрэнк Линдермен, владелец тюнингового отеля «Ринспид», на грядущем женевском автосалоне собирается представить мировой общественности очередное свое чудо – концепт «Бади». Создан концепт на базе электрокара BMW i3 и оснащается электромотором мощностью 170 лошадиных сил. До 100 км в час машина разгоняется за 7,2 секунды, максимальная скорость 150 км в час, а запасов аккумуляторов хватает на пробег 200 км. Но главная особенность нового концепта «Ринспид» заключается в том, что швейцарцы попытались в одной машине воплотить самые передовые разработки в области электронного управления. В частности, главным элементом автономного управления является телескопический лазер, создающий 3D-картинку окружающей среды. Он способен выдвигаться из крыши на 30 см. В паре с лазером работает камера высокого разрешения. Кроме того, по всему корпусу концепта размещены радары и датчики, позволяющие компьютеру управлять машиной в автономном режиме. Ну и разумеется, концепт оснащен системой общения с другими машинами и объектами инфраструктуры, функцией автоматической оплаты за парковку и проезд по платной дороге, беспроводной зарядкой гаджетов и новейшей информационно-развлекательной системой. Помимо этого, для обеспечения водителя и пассажира максимальной мобильностью в багажнике машины установлены компактные электроскутеры. Среди технических новинок, воплощенных в концепте, следует отметить систему рулевого управления, в которой механические узлы и соединения заменены на электронные аналоги, что позволило сделать рулевую колонку с безграничным количеством возможностей для поиска удобного положения баранки, ну а также передавать управление машиной пассажиру. Более подробную информацию о новом концепте Фрэнк Линдермен обещает сообщить 3 марта, в день мировой премьеры концепта, на весеннем Женевском автосалоне.